Пришлю тебе восточные сладости и еще о чем светло пиво. Ах, как мы намаялись за последний год, но и он когда-нибудь все-таки пройдет. Только что сегодня и уже вчера. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера. Мальчик, знаю, что хочу, повернусь, наверное, я тёртым калачом. Я звоню тебе из города Хьюстона, всё в порядке, только очень скучаю. Все плоды смешны, флоры надкусаны, но не пью я ничего, кроме чая. Все, что мы растратили за последний год, кто-нибудь когда-нибудь, может быть, вернет в кошельке заштопаю черную дыру. И мотив единственный к тесту подберу. Это ведь не горе и даже не беда, если я сантехником не стану. Все заняты, но я женщина одинокая, я сама вот все делаю. Возьмите пассатиши. Шланг закрутите, и все будет нормально. На удивление, сильно, я взял пассатиши, позвонил и сказал большое спасибо. А вчера был еще смешной случай. Это пассатиши просто. Что-то вот как бы в душе, вот как бы в кране вода течет, а в душе нет. Вызывай сантехника. Зачем? И вы двое. Два. Они постояли так минуту. Там взяли, а в душе там есть гигантская штучка такая. И кто-то у вас взял и закрутил это назад. Все. В общем, один у нас мастер, у него главный материал. Это скотч. Да. Скотч, это подходит для любого. Да. Зато какой композитор. Даже, я на вашем месте похож. Даже не так. Если надо, я сейчас попрошу. Я сейчас попрошу наших друзей просить спеть песню. Я Арсений Тарковского. Надо сказать о том, что эту песню проиграли много разных людей. Да, из разных жанров. А вот там, даже
недавно записала на свою пластинку в поэт-концертах ее. Катя Пусева, такая из Андреса, знаете, наша. Да, и очень. И сподобился наш друг, редкий случай, чтобы сам Олег Григорьевич Митяев записал эту песню на пластинку на свою, которая скоро выйдет и будет называться «Незабываемая». Спасибо, вот она незабываемая песня. Спасибо. Я Арсений Тарковский. Барды, знаете, они, барды такие люди, они гитары вообще не строят.
Да. Вообще, как я говорю, гитару строят только трусы. Вообще, барда не как дети, они гитару строят только, как чтобы галки ровные все. Стихи, в общем, посвящаются сегодняшнему аншлагу. Царствовал бедок, а нынче все разбежались и затаились по углам. Вельных уже нет, так это речи, а эти есть не хотят. Окончен бал, погасли свечи, или едва-едва коптем. Вельных уже нет, так это речи, а эти есть не хотят. Окончен бал, погасли свечи, или едва-едва коптем. Черт с ними со свечами, тут дело вовсе не в свечах. Мы старыми хмычами, и тут веселье в мазачах. Впрочем, нет, еще осталось, его чуть-чуть на самом дне. Хотя все ясные старость не удавится огне. А впрочем, нет, еще осталось, его чуть-чуть на самом дне. И вот сейчас мы будем сидеть песню с Елеоной Самойловой, посвятить отцу.
тает снег, и папа поет, поет мне, как ныне собирает свечи Олег. И папа поет, поет мне, как ныне собирает свечи Олег.
сердце мое, окончены дела, и легкая душа моя мне стала тяжела, и легкая душа моя мне стала тяжела. Она со мною мается, она мне так поет, поет, как собирается. Мы играем в войну в котлованах на стройках, домой в канавах и вязли в скуп брови.
вчерает, вкусный зерновки был слаще рай. Это были стихи Марины Кулаковой, но вот об одном из напитков мы вспомнили. Я все хочу, вы знаете, чтобы я позвоню хозяину гнездал хоря, чтобы в следующем году точно в новом зале был наш любимый напиток, правда, мы его не пили в детстве, а сейчас вообще уже здоровье позволяет делать. В юности уже, да. В детстве. А, да. Да. Я заговорил о портвейне, что-то но это даже не песня, это блюз. Естественно, наша песня, он называется «Портвейн блюз». Я у них не просил, просто дарить.
сделать. Это была песня про любовь. На самом деле. Продолжаем эту тему. Да, из нашего нового замечательного авторского альбома, который называется «Таком ключе». Вот и эта песня называется на стихи нашего друга Алексея Захаренкова. Песня имеет два названия. Первое название как раз по имени, это название диска на «Таком ключе», а второе название песни «Постарай». Каждый охотник желает знать, каждый полковник желает знать, только садовник хранит секрет, жизнь не кончается, смерти нет. Тайную дверь твоим ключом видишь склонившихся на ручье, мир перед тобой преклоненный вниз, жизнь начинается, где-то здесь, где-то здесь. Белая книга, остывший чай, снова рука на ее плечах, снова щека на его плече, жизнь плевает на ключе. И засыпаю, отвечаю свет, жизнь не кончается, смерти нет. Yeah.
всеми дружим. Свечи, и в том покаюсь, не знаю, в чем Бог.
станет огнем. Встречать вино среди нот не новый, новый. Знаете, тут вот я вижу, что не только из Москвы люди, да. Вы знаете, эта песня могла посвящена и вашему городу, вашему родному городу. Тут главное, что подошла рифма к вашему городу. Правильная рифма в контексте этой песни. А так, в общем, песня о нас, мы с Валерой, о наших друзьях, может быть, и о вас. Чего вы не
Маленький, маленький, маленький фестиваль. Спасибо. Спасибо, друзья. Все. Удачи вам. Болейте. До свидания. Все. До свидания. Что? Синай. Синай? Да. Синай. Давайте мы возьмем другую песню. Да. Нет, давайте пароход оставим до 12 числа, как раз. Хорошее число 13, сентябрь, да. Приедете на наш концерт с Сергеем. Да, там настроение. Мы сейчас пели песню на стихе Юрия 19. Еще одна песня, которая не еще одна, а одна из первых вообще песен написана на стихе Юрия 19 в 77 году, так хочется сказать, 1870. Нет, повода не отменить. 40 лет будет песня. Спасибо. Ну, мы приехали. И как же песня. И как же наши выступления начинаются.